Сейчас я покажу вам, как играется ритм в таких песнях, как Волари и Бамбалео, Gypsy Kings. И в реальном времени. Также в том случае, если в группе нет ударных инструментов, то цыгане добавляют удар по корпусу гитары, напоминающий басовую бочку на барабанах. То есть выполняется этими двумя пальцами. Стараемся добиться глубокого звука, искать глубокий звук. Одновременно выполняется большим пальцем игра по басовым струнам. А так предыдущий ритм остается без изменений. Так, ритм в песне Inspiration Gypsy Kings. Это более медленная румба. Первое движение. Выполняется удар этими двумя пальцами по корпусу гитары. Одновременно большим пальцем играем по басовым струнам.